Пикеты в защиту арестованных Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко, скорее всего, состоятся. Они не согласованы с московскими властями, но сторонники оппозиционеров все-таки ищут способы демонстрировать свою позицию. Акция в защиту Удальцова, например, хотят провести как встречу с депутатами Госдумы. Подробности знает мой коллега Александр Медведев. Саша. Да, Маш, доброе утро. Пикеты в защиту свободы и жизни оппозиционера Сергея Удальцова власти Москвы не разрешили, поэтому, видимо, этот пикет изменит формат. Сторонники Удальцова собираются прийти сегодня на Пушкинскую площадь, чтобы пообщаться с депутатом Госдумы от «Справедливой России» Ильей Пономаревым. Об этом депутат рассказал газете «РУ». Обещал подойти и депутат от КПРФ Андрей Клычков. Пономарев считает, что такая встреча – это компромиссный вариант. Поэтому приходить на акцию с плакатами не стоит, скандировать лозунги тоже ни к чему. Однако встреча с депутатом допускает возможность использовать мегафон. Поэтому Пономарев полагает, что найденный формат позволяет избежать задержаний. Мэрия обо всем этом в курсе. Участвовать в акции готовы около 2000 человек, по крайней мере, столько зарегистрировались в группе на Фейсбуке. Еще одна несанкционированная акция запланирована на 31 декабря на Симферопольском бульваре рядом со спецприемником. И она должна поддержать еще одного оппозиционера Ярослава Никитенко. Эколог и защитник Химкинского леса был арестован 25 декабря и осужден за неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции. Никитенко участвовал в акции в поддержку Удальцова возле спецприемника. И суд над ним формально был открытым, но проходил, как утверждают очевидцы, в режиме спецоперации. В зал суда с трудом пробились адвокаты, свидетели и публику, и журналистов не пускали. И в результате Никитенко приговорили к 10 суткам административного ареста. Маша. Спасибо, Саша. Мой коллега Александр Медведев.